Всем доброго времени суток, с вами интернет-магазин Electronic.ua, и сегодня мы представляем вам обзор измерителя RLC модели E722. E722 используют для определения емкости, индуктивности, тангенса угла потерь, добротности, сопротивления переменному току, эквивалентного, последовательного или параллельного сопротивления. E722 выполнен из прочного пластика и облачен в защитную оболочку. На передней панели расположены жидкокристаллический экран, кнопки управления, тестовая площадка, разъемы для подключения щипов. На верхней части прибора расположены отверстия питания и отверстия для подключения к персональному компьютеру. Сзади находится откидная ножка для большего удобства эксплуатации. RLC Meter E722 обладает следующими техническими характеристиками. Измеряет активное сопротивление до 10 мегаом, емкость до 20 микрофарад, индуктивность до 10 тысяч генри. Также обладает автоматическим или ручным выбором пределов измерений по основной шкале и автоматическим по дополнительной. Кроме того, здесь реализованы дополнительные функции, такие как фиксация минимальных, максимальных и средних значений, функция относительных измерений, вычисление средних арифметических значений, функция допускового контроля, программная компенсация режимов короткого замыкания и холостого хода. В комплект товара входит RLC-метр E722, батарея на 9 вольт типа крона, тестовые провода, шнур для подключения к персональному компьютеру, диск с программным обеспечением и инструкция по эксплуатации.